Добрый день, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Я хочу пригласить всех жителей Санкт-Петербурга, зрителей моего канала, кто живет в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, на мой двухдневный семинар, который пройдет 28 и 29 мая в следующие выходные в клинике лечения депрессии и фобий. Два дня я буду работать для вас с утра до вечера. Мы будем заниматься практикой когнитивно-поведенческой психотерапии от работы с симптоматикой до глубинного изучения причин невротических реакций на те обстоятельства, которые сложились в начале выхода в невротические симптомы и по сей день. Это очень объемный материал. Вам придется два дня, скажем так, напрячься прилично, потому что я, как обычно, буду выкладываться и буду стараться донести до вас очень много объемной практической информации, которая не будет посвящена ВСД и панической атаке, я думаю, что вы все об этом уже хорошо знаете, которая будет посвящена именно тем самым неврозам, тем самым внутренним конфликтам, убеждениям, мировоззрению. И самое главное, мы будем учиться работать с этим самостоятельно. Моей задачей является дать вам в полном объеме материал, в полном объеме информацию, в полном объеме инструменты, которые помогут вам справиться с невротическими расстройствами. Два дня стоит 7 500 рублей. Разделите это на два дня. Разделите это на два полных рабочих дня с 10 утра до 6 вечера. И вы поймете, что эта стоимость достаточно доступная и небольшая. К тому же вы получите бесплатный видеоурок из DVD-материала с методичками, которые помогут вам освежать в памяти тот материал, который я буду рассказывать. Поэтому жду вас в Санкт-Петербурге 28-29. Записаться можно, оплатив участие через сайт Безневроза ТВ. Спасибо вам большое. Если будут вопросы, пишите ВКонтакте, пишите на почту невроза.нет@gmail.com. Увидимся в Санкт-Петербурге 28-29 мая. До встречи!